Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Так, у нас с тобой началась глава вторая, Морозная долина. Вау, погнали. Нифига тут, ребята, у нас уже совсем другие враги. В бой. Кабанья пасть. Путешествие продолжается на берег. Что ждет нас в морозных землях? Слава, милая Сигрид, и испытания. И еще, возможно, обморожение. Не бойся, никакого обморожения ты не получишь. Так, но враги новые, ребят, поэтому я не знаю. Давай определяться. Пропустим ход, наверное. Хочу посмотреть, что они из себя представляют. Но это лучник, это явно. Чего? Ну-ка, если так... Чё-то, друзья мои, мне это не нравится. Я в плане к тому, что враг-то очень лютый, мощный, посмотри. Так, ладно, хорошо, одного уничтожили мы. Так, попробуем вот этого пробить. Не поддается. Ёлки-палки, сейчас посмотрим. Так, минус конник. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, но лучше конник, чем... Ну-ка, если мы лучник сейчас. Блин, крепкий. Действительно, враг, друзья мои, очень-очень крепкий. Так, давай-ка маги... Ой, лучника убьем. Попробуем сделать вот так вот. Ну что же, здесь у нас хорошо получилось. Но это был первый бой. Так, нанести 10 тысяч единиц урона врагу. Прикинь, чтобы выполнить задание. Так... Значит, у нас морозные земли. Твою, раз, два, три, четыре. Четыре лучника плюс вот эти вот мечники. Причем мечники действительно крепкие, ребята. Или я слишком ватный? Тут одно из двух. Давай-ка мы, наверное... Нет, подожди, ты его оставь. Давай мы его, наверное, вот сюда уберем. Пускай эта армия подойдет ко мне сама. А я уже их встречу. Что они там кучкуются? Ну-ка, смотри. Так, ну это с критом, ребята, это с критом, нам просто повезло. Ну-ка. Да. Ну-ка, бомбанем. Одного мы убьем, рыцаря. Так, что, ты их будешь, да, у нас ходить? Как бы тебя лучники не достали, а они могут. Ох, ничего себе, не стреляют. Очень прилично, кстати. Надо это... Блин, я не могу. Тогда сделаем с тобой вот так вот. Ну хотя бы, ребята, хотя бы. Чего? Да ему вообще плевать. Этому воину просто плевать на меня. Это достать не может. Да чтоб тебе. Ну трындец, друзья. Давай сюда перейдем. Пропустим ход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас. Солнышко. Хотел сказать, не погибай, но не успел. Нет, друзья, солнышко не годится для таких вылазок. Я уже убедился лишний раз, что его... Я даже не знаю, для чего его оставлять в команде. Ну ты смотри, я туда не могу забраться. У меня не получается. Надо переигрывать этот уровень. Как эта фигня получается? О, еще и лекаря завалили, прикинь. Еще и лекаря подбили. Так, переигрываем срочно, ребята, эту миссию. Так плохо я еще никогда не играл. Так, продолжить. Блин, а как же нам с тобой прокачкой-то заниматься? Угу, две звездочки, конечно. Я на это не подписывался. Блин, вот это прикольно выглядит. Короче, я убираю дракона. И, наверное, ставлю Сигрид. Вот здесь вот так. Вот таким вот образом, ребят. Не знаю. А много, конечно... Ближников, но такова
Таково мое желание, ребят. Поехали. Сейчас будем с тобой смотреть, кто, как и сколько наносит урона. Нет. Ну это уж... Это вообще... Ничтожно мало. С критом? Вот ты сейчас издеваешься, да? Ну-ка. Да, друзья мои, да. Что-то тут совсем все запущено. Ой. Так, Гоба, тебе, наверное, надо валить отсюда. Да. Попробуем. Ага, они боятся физухи, понял. Ну-ка. Слушай, ну конник терпит. Конник терпит, это хорошо. Сигрид вроде бы тоже себя неплохо чувствует. Но что-то урон как-то вообще, ребят. Ну вообще ни о чем. Этот Гоба тоже, ребята, не айс. Сейчас посмотрим, как у нас здесь все выйдет. Так. Я не могу, да, туда подойти. А лучник, лучник, наверное, тоже. Мы можем встать сюда, в принципе, спрятаться как бы. Ну-ка, проверим. Эй-эй-эй-эй-эй. Справились. Да. Пошла сложность, уже прямо чувствуется. Не знаю, дойдем ли мы с тобой сегодня до босса, но тут всего лишь 15 миссий. Всего... Ох ты, а это еще кто? Морозная чародейка. Сильный маг, офигеть. Осторожно, ледяная колдунья может призвать ледяных элементалей, у которых есть активная способность. Подсказка. Легендарные элементали исчезнут, если победить колдунью во время призыва. Так, ну здесь я, ребята, наверное, буду уже ставить дракошу. Да и вообще тут дальники нужны. Получается. Начать. Колдунья, да, значит? Ну что же. Погнали. Колдуны, да, боятся у нас чего? Физического урона. Ох ты, ох ты. Давай-ка вот без этих вот шуточек, а, пожалуйста. Ну, бомби. Ага. А ты сможешь добить? А дракончик? Блин. Да ладно, что, никто не может, что ли, сделать ничего ей? Ну, получается так. Хотя... А я могу этого подбить? А-а-а. Вот оно как. Ну, предположим. Фига он бомбит. Чертовски сложно. Еще колдуньи, которые могут вызывать элементалей. 9 и 3 уровень. Это хорошо. Сейчас будем прокачивать, ребята, наших бойцов. Так, Ханна получила у нас левел ап. Соответственно, так, 42 единицы здоровья она уже может восстанавливать. Так, здесь подвеску. Новый ранг, прекрасно. Опачки. Одеваем. Сразу же все, что появляется, ребята, одеваем. Так, отлично. Здесь тоже идет прокачка. Вот так вот, новый ранг. Угу. У нас тут и сферки есть, как раз наденем. И свиточки. Так, а вот это что такое? Создать. Ага. Мне не хватает вот этих, ребята, камней. Тогда будут перчаточки. Что, кто-то еще хочет? Ага, здесь пропустил. Все, ребят, одели. Блин, ну... Не знаю, ребят. Четвертая ми... Ё-просоты, а тут-то сколько этих магичек плюс лучницы. Да вы, по-моему, что-то тут... Вы перебрали, кажись, господа хорошие. Вам так не кажется? Я, конечно, бомбану сюда цепной. Бомбанул.
Мне кажется, сейчас магу моему будет крышка. На тебе, скрита ударил. Убил, точнее. Твою ж налево, если я сюда... Слушай, пока не буду, ребят, пропущу ход. Ага, ага. Смотри, смотри, что творят. Так, дракончик, теперь, по-моему, нам, блин, перекрыли путь. Да какой слишком, блин, далеко. Ага, прекрасно. Надо этого ушатывать как-то быстрее. Что, только дракон у меня ходит? Угу. Блок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь мне совсем не нравится, что происходит. Это что, два... А, это два... Понятно. Ну, давай сюда, наверное, всыпем. Окей. Так, здесь, по-моему, нам придется с тобой хильнуть. И атаковать. Если я уведу сюда дракона, они ведь все равно его догонят, так ведь? Эх, Монти, Монти. Убьют его. Слушай, что тогда делать? Как быть-то? Короче, здесь Монти почему-то вообще не особо хорошо рулит. Мне кажется, нам придется его просто заменять. Или не брать просто-напросто этого солнышко. Что это за солнышко, которое постоянно у нас гибнет, да? Ну давай ты ударь, убей уже его, в конце концов. Да, ладно. Погнали дальше. Ну здесь хоть поменьше их, но мне, как всегда, наверное, дадут. Так, уберем солнышко к ядрине фени. Я поставлю, наверное, блин, однозвездочный. Двухзвездочного, наверное. Начать. Попробуем. Окей, цепная. На тебе. Сейчас посмотрим, что будет делать магичка. Не успела она призвать своего големчика, и мы здесь, скорее всего, победим. Но, бум, бам, готов. Так, ну тут хорошо у нас получилось. Но все равно напрягает, очень крепкие враги. Надо не забыть тот уровень перепройти на 3 звездочки. Я даже уже представляю, какой здесь будет босс. Солнышко, ты мне как-то вот... Не внушаешь доверия, скажем так. Рискую. И риск оправдался, друзья. Бомби. Прикрывай. Блин, Сигрид очень мало ходит. Тоже плохо. Воу-воу-воу-воу. Давай-ка влупим сюда. Не доходит. Не достает она и все. Так, а ты давай, наверное, хильни. Ну все, по-моему, здесь победа за нами. Ты дичь, молотом по башке. Так, скоро у нас получит Монти уровень, я тебе скажу. Мы его немножко прокачаем. 7-я миссия. Так, 3 лучника, 2 воина и 1 маг. Ага, маг вон там стоит. Начать. Ну, блин, попробуем. Так, минус 1 лучник сразу же.
Если мы цепную зарядим. Замечательно. Добиваем здесь. Сигрид встанет сюда. Блин, далеко. И так, что ли, не попадет? И так не попадет. Ну ладно, пропустим ход. Слушай, очень даже неплохо они справляются. Под критами вообще замечательно идет. Найс. Блин, Монти, ты когда уровень-то получишь? Я вот смотрю, смотрю, у него вся эта шкала не двигается с места. И самое удивительное, неужели я не могу никого сейчас прокачать в данный момент? Так, подожди-ка. Книга опыта, мне кажется, лучше нужна. Вот почему у нее, ребята, у нее даже ни одной звездочки нету, прикинь. Монти, уровень плюс. Лучше. Сколько книжек у меня? А не сколько, одна была всего лишь. Всего лишь одна. Так, ну что, восьмая миссия, ребят. Поехали. Одинокая гора. Но здесь все ясно. Сигрид бомбит своей цепной молнией сюда. Трындец, я вообще-то думал, что ты добьешь всех. Блин, туда опасно его отправлять одного. Пускай здесь спрячется. Ты пойдешь сюда. Ты встанешь здесь. Угу. Так, тут ты блин, слишком далеко, говорят. А вот это вот я зря сделал. Зря я сделал, подвел-то ее сюда. Блин. Ну там же два лучника. Рэй, ну нафига ты так сделал? Ее же сейчас расстреляют. Так, давай-ка мы сделаем с тобой вот так вот. От греха подальше. Не хочу, чтобы кто-то у меня погиб. Да блин. Уничтожай, короче, этого рыцаря. Доиграемся. Ох, доиграемся сейчас, а. Ну. Молодцы. Добить сможешь? А сейчас, красава. Ой, господи. Так, ну получали всяких штук. И единственное, что применить пока не на кого. Так, это у нас кто? Чародейка, да? Короче, два воина плюс чародейка. Плюс чародейка. Ну, ясен перец, что мне без этого мага, ребят, ну никак тут не обойтись. Вот я думаю, что, может быть, Сигрид, конечно, надо поменять уже будет в скором времени. Если я вот сюда спрячусь, предположим, да? Сигрид вот сюда. Минус 50% от получаемого урона. То есть, ты понимаешь, да? Пускай идут сами сюда ко мне. А, подожди. Сюда вот уйдем. Блин, это Сигрид. Вот как ей теперь здесь быть? О-хо-хо-хо-хо. Ну-ка. Монти, ты, блин, серьезно? Короче, убьют Сигрид. Получается так. Получается так. Даже если я хильну. 25 всего лишь. Х.
Хотя, погоди. Погоди, еще не факт, что мы здесь проиграем. Так, если сделаю отхил. Общий. Хильнул тоже мне. Так, я не понял, почему ты... А этого-то почему она не могла бомбануть? Монти, надо убегать. Ты сейчас издеваешься, да? Он подбежит. Не поносок золотуха, ребята. Уберу, короче, я к ядре нефени эту Сигрид непутевую. Ну, ты сам видишь, вообще. По урону вообще из себя ничего не представляет, ребят. Просто ничего из себя не представляет по урону, блин. Я офигею, какие они тут... Оу. Мы вообще здесь можем выиграть, а? Чего они такие мощные-то? Ну это прям жесть. Ну-ка. Ёпарасоте, доигрались. Нет, ребят, это вообще трэш какой-то. В шоке. Я просто в шоке, ребят. Это как такое может быть? Слушай, а что... А, мы здесь даже с тобой сундук... Вот здесь только сундук забрали, да? Слушай-ка, я хочу вот этот сундук здесь забрать. Я думаю, ты будешь не против, если я вот этот вот быстренько забомблю, если получится, конечно. Она очень сильно же бомбит, да? По-моему, да. Поэтому поставим сюда. Попробуем. Влупим. Так, что он делает, я вот не помню. Пускай так вот будет. Так, она пошла бегать куда-то там. Сразу что ли убьешь? Отлично. Надо было, блин, не так делать. Не так надо было делать. Ать. Ё-моё. Я уже не уверен, что мы здесь пройдем. Давай на чистоту. На 3 звездочки, говоришь, да? Ага. А чё сразу не на 10-то звездочек? Так, я запомнил. Она бьет слабо по рыцарю. Может быть, даже из-за того, что она не критует. Дай-ка я переиграю. Блин, хотел там переиграть же можно. Давай-ка переиграем. Вот по коннику она мало нанесла урона. Поэтому мне кажется, что здесь, ну, в наших интересах, лучше конника выдвигать первым. Но сначала магия. Давай-ка вот так сделаю. Прекрасно. Туда я выходить не хочу, ребят. Пропускаем ход, смотрим. Угу. Погоди, а я что, конника не взял? Вот болван, а. Какой же я болван, ребят. Пропускаем ход. Я не взял конника с собой. И что я тут хочу сделать?
Магический урон, да, она, конечно, боится. Я это прям ощущаю. Сейчас опять супер удар, да? Теперь хилка отдуплилась. Короче, блин, я все равно добью ее. Я добью, ребят. Почему я не взял конника? Ты вот объясни мне, как он, блин, избежал к моей команде-то? Я не пойму вот этого. Я его брал, блин, а он взял куда-то и исчез. Тар, иди отсюда. Да вообще-то лучше вот ее убрать, наверное, мне кажется. Взять лучника. Вот так вот попробуем. Поехали. Все по старой схеме. Полыхни. Так, конник, конник вот сюда. Эти пускай здесь стоят. Пропускаем ход. Интересно, конник выживет, если она применит суперудар свой? Давай-ка я спрячу этого сюда, а этого подальше отведу. Выдержал, выдержал, друзья мои. Так, так. Еще. И, блин, и добиваем. Здесь мы применяем хил. Так, и что, и стоим здесь дальше. Все. Сказал, пройду на 3 звезды, значит пройду. Будет еще мне там выделываться. Все это делается ради, ребят, сундука. Сундук мне нужен, понимаешь, я хочу посмотреть, что из него выпадет. Так, монетки, гемы. Так, подвеска. Наручи. Ох, ё. Ну, 3 жетончика вы вытянули уже, как говорится. Не зря сходили. А вот бабулю эту, как думаешь? Слушай, ну мы, в принципе, на 2 звездочки ее уже как бы бомбанули. Давай попробуем все-таки на 3 звезды. Уж очень мне хочется, ребят. Давай мы, наверное, подожди. Да поставь ты... Ты дракона мне поставишь или нет сюда? Мы сделаем с тобой немножко по-другому. Вначале я всех уберу. Всех уберу. И пускай, хотя... Нет, пускай они сделают ход. Все. Вот. Дальше, что я хотел сделать? Я хотел сделать вот так вот. Ну, не получилось немножко, и фиг с ним. Так, хильнуть нам надо. Ладно, пока никого не будем хилять, смотрим дальше. Терпимо, это все, ребят, терпимо. Теперь заряжаем огонь. Прекрасно. Так, бабулечка, на-ка, выкуси. Мои, блин, мои конники. Так сделаем. Теперь конники, а куда конники-то? Вот сюда, наверное, встанем. Ну, посмотрим. Терпимо. Так, маг. Хорошо. Удовлетворительно. Так, давай-ка. Нет, 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 нет. Давай-ка ты подойдешь сюда. Вот сюда вот. И сделаешь вот это вот. Красиво. Лишь бы не было крита. Лишь бы не было крита, ребята. Тогда все будет хорошо. Ну давай, я пропускаю ход. Чуть-чуть бы, конечно, могла бы критануть, но этого не произошло. Все, друзья мои, и здесь тоже 3 звезды. Сундучок у нас в кармане. И красное солнышко у нас получает с тобой уровень. Что? Элитная кампания разблокирована. Элитная кампания сложнее обычных боев, но и награда за ее прохождение лучше. Главы элитной кампании открываются после получения всех звезд в соответствующей главе кампании. Ты понял? Ага, меч. Ох ты, 10 карточек на какого-то жабунягу. И камень призыва. Вот камень призыва-то мне как раз, друзья мои, и нужен. Давай попробуем.
Но давай что-нибудь хорошенькое, пожалуйста, плиз. Прошу, прошу. Ух ты. Значок легендарного героя. Это легендарный герой, ребята. Но только лишь правда один значок. Так, что у нас тут получается? Прокачка по всем фронтам. Понимаешь? Так, а вот здесь вот... Подожди, вот здесь вот у нас с тобой где-то... Что у меня тут? Сундук, что ли, доступен? Точно, ребят, могу открыть. Ну-ка. Монетки. Гемы. Перчатки. Жетоны и... Что это за камень-то? Осколки фестиваля. А, вот они, осколки, копятся. Я понял. Так, ну-ка, давай-ка заглянем с тобой. Ты смотри, тут меньше, меньше всего уровней. Ну-ка, давай посмотрим, мне хочется, ребят, глянуть. Элитная, ребят. Ё-парасоте. Все равно хочу проверить. Я вижу там какие-то катапульты. Метатели паутины. Опасные катапульты, способные покрыть поле боя паутиной. С другой стороны, метатели паутины — это препятствие, так что их не обязательно уничтожать для победы. Ага, только вот основных, да, нужно убить. Ну, блин, попробуем давай. Так. Если я из них сейчас сделаю... Жаркое, хотел сказать. Давай-ка вот так. Да почему, блин, всего один рыцарь-то? Эй-эй-эй-эй-эй. Что ж ты так слабенько-то, родная моя? Пускай подходит. Опа. Воу. Нет. Какой? Не обязательно, говорит, уничтожать. Ты видел, что они тут сейчас сделали? Не обязательно, говорит, уничтожать. Все, сейчас по выстрелу и... Фига себе, друзья мои. Не-не-не-не-не, мне... мне сюда. Мне сюда явно рановато. Ну ты видел, у меня даже шансов там не было. Я вот здесь буду потихонечку как-то скрипя зубами проходить. Нифига себе. Так, ну что? Начнем. Пропустим ход. Блин, вояки здесь вообще какие-то лютые. Просто лютые. Я не знаю, как их тут вообще бомбить. Им вроде бы и магия по барабану, да? И физухи не боятся. Посмотри, о, ну здесь хорошо, здесь нормально так. Что у нас, лучники? Ты видел, он нанес урон магу моему. Идеальная победа. На 3 звездочки. Да ладно. Конник, ребята, у меня получил уровень. Значит, мы его прокачиваем. Значит, мы с тобой его прокачиваем. Давай, родной. Матео. Так, сюда свиточек. О, новый ранг. Давай, давай, не стесняйся. Так. Не хватает, да? Тут уже, видишь, тут уже можно, ребята, ковать. То есть крафтить шмотки. Если вдруг тебе не хватает, ты можешь их сам скрафтить. Но, как понимаешь, для этого нужно очень много ресурсов. Это система Strike Force уже. Так, начнем. Я пропущу ход. Пускай они лучше сами идут ко мне. Нет, родная моя. Давай, блин, без вот этих вот выкрутасов своих, а? Ты сейчас, блин, серьезно? И своего же мага задел. Просто замечательно. Монти, ты можешь ее уничтожить, а? Ну, если это называется уничтожить... Королю, по ходу дела, крышка, да, ребят? Ой, королю, магу. Понятно. Я сам виноват здесь. Короче, вот этот вот солдат, которого призывают,
Он, ну, просто лютый. Во-первых, ты посмотри, сколько у него здоровья. Тут вообще, по-моему, даже не о чем говорить. Ты посмотри, как я его тут разбираю. Да куда же это годится-то, а? Да никуда. Уходи, дракоша. О! Монти, родной мой, упал. Да ну, короче, надо. Не надо позволять, ребята, чтобы это колдунья призвала вот такого вот ледяного голема. Это трэш. Это просто трэш. Так, Ханна получает уровень. Как-то нужно ее бомбить в первую очередь. Понимаешь, у меня очень мало героев дальнего боя. Очень мало. Именно физ атаки. Магов дофига, но магам просто стоять и... О, мы с тобой левел получили. Так. Ай, хорошо, камешек призова. Вначале так замечательно, да? Герой за героем выпадал тебе. Теперь фигушки. Кто тут? Оу. Твою ж налево, ребята, у меня доступен Тава Ринзи из династии Ринзи. Эту пожилую колдунью легко недооценивать. Но она с радостью заставит вас расплатиться за такую ошибку. То есть во время хода может лечить союзников. Эффективность исцеления зависит от урона целителя. И когда рядом враг, дальность уменьшается на 1. На обычной атаке наносит всего 50%. Ого! Друзья мои, ну что же, я тебе скажу следующее. У нас с тобой есть уже два героя из клана Ринзи. Это Гиба. Два этих маленьких гнома. Ну, тролля, ты понял, да? И вот теперь у нас с тобой Ринзи. Ринзи — это маг. Это маг. У нее есть... Выпускает от 12 до 16 зарядов, каждый из которых наносит врагам в радиусе 3 клеток от 2 до 6 единиц урона. Призванные существа получают двойной урон. То есть вот такие вот, как голем и прочее. Во время атаки Ринзи 8 единиц урона долетает до врага на клетке рядом с целью. Когда Ринзи использует исцеление, 15 единиц здоровья достается одному союзнику рядом с целью. То есть рядышком стоящему. Ну что же, пока, ребята, ее нет смысла брать в бой, потому что она не прокачана, соответственно, ей нужно поднять левел. Так, два мага. Вот они сразу, видишь, что начинают делать? Блин, вот это вот меня просто бесит. Они сразу начинают делать призыв. Блин, вот как вот мне ее подбить, а? Вот как? Дракончик, давай сюда, полыхни. Выжила, блин. Она выжила, блин. И вот сейчас два голема будут, ребят. Минус Монти. Началось, короче. Да бомби уже по ней. Что ты стоишь, блин? Смотришь, лыбишься. Два голема. Трындец. Тут вообще, ребята, по-моему, шансов нету на победу. По одному делению отнимаем. По одному. Я теперь понял, в чем моя, ребята, ошибка здесь была. А знаешь, в чем? Когда у нас начался бой, я не стал выставлять армию вперед. Я стоял всех позади. Поэтому лучники, вообще дальники и маги, они не могли до нее достать. Значит, делаем вывод. Переигрываем этот уровень, но только немножко по-другому. Я выставляю магов всех дальнего боя вперед. Смотри, как я хочу сделать. Сюда. Как можно ближе.
Эти до них не добегут, я тебе сразу говорю. Видишь? А вот до магов мы, по крайней мере, сможем теперь достать. Как бы это самая главная для меня задача. По крайней мере, големов этих не будет. Давай, 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 давай. Вот именно об этом я тебе говорил. Но эти не настолько сильны, как призванные, согласись, не настолько сильны. Поэтому можно тут еще с ними подраться. Те уж, конечно, вообще чересчур имбовые ребята. Все в блок идет. Ну. Ай. Да чтоб тебе. Да господи, ну. Они кого там убили? Кого-то убили же, да? А, врага же, тут же враг стоял. Все, ребят, отлично. Вот, вот теперь понятна тактика. Нельзя стоять сзади, когда эти упыри идут. Поэтому здесь можно также переиграть и вот этот уровень, который моя ошибка была, что я стоял позади. Не надо стоять, ребят, не надо бояться. Вот они, эти маги. Берем, влупляем. Вот здесь, возможно, я ошибку сделал. Возможно, ребят. Так, давай сюда. Ага. Давай так сделай, фиг с ним. Посмотрим просто. Ага. Тихо, тихо. Это не страшно, друзья. Это не страшно, что одного подбили. Это все нормуль. Так. Убей. Красиво. Добьешь? Идеально. Так, в блок, в блок. Конник не достает, да? Минус лучник. Блин, а почему туда-то не могу пройти? Я не могу врубиться. Давай сюда встанем. Ну-ка. Есть. Все, я, кажется, разработал, ребят, нормальную стратегию. Где 10 уровень уже у этого, у нашего мага. Ты прикинь, как он растет, как на дрожжах. Это круто, на самом деле. Мне нравится. Он и бомбит, согласись, не кисло. И урон офигенный. Так. Че, Монти, что ли, тут? Монти только книжечку захотел. Хотя, подожди. Ага. Здоровье плюс 6. Так, какой у нас тут еще? Вот этот, да? Не пройден. На 3 звездочки. Давай попробуем. Вон ты видишь, где маги. Начать. Естественно, идем сюда и бомбим. Жаривай. Вот так вот. А здесь, как говорится, уже можно подождать, когда эти рыцари подойдут. Теперь призываем здесь наших помощников. Так. Добьешь? Фигушки там. Да куда ты, блин? Солнышко паршивое, а? Подставил меня. Он меня подставил, ребят. Че, придется переиграть еще раз. Так, маг все отлично сделал. Маг просто тут идеально сработал. Так, дракоша, жаривай.
Давай сюда. Нет. Сюда передвинем тебя. И вот так вот. Пропускаем ход. Погнали. Главное, ребят, не подставлять его. Солнышко. Я уже видел, что он тут делает. Так, добьешь? Красава. Ой, что он охотится. Он прочухал. Он прочухал то, что этот слабее намного. И начинает его, естественно, преследовать. Ну. Да. Ну, ты сам прекрасно видел. Идеально мы с тобой здесь прошли. Продолжаем. Что я там еще не прошел на 3 звезды? Вот этот уровень, да? Тут вообще почему-то мало войск. И я не умудрился как-то пройти. С чего это вдруг? Начать. Что я сделал не так? Давай посмотрим. Как всегда, если эта армия на меня пойдет, я стою здесь и жду. Соответственно, мне нужно подбить в первую очередь магичку. Значит, мы сделаем с тобой вот так. Вот так. И вот так. И посмотрим. Вот она. И купилась. Подожди. Купилась-то купилась, но что-то... Убить, убить, убить ее. Угу. Прекрасно. Вот так вот сделаем. Смотрим. Слушай, меня достало это солнышко чертово, из-за которого я постоянно, блин, проигрываю. Я из-за него постоянно проигрываю, ты понимаешь? А вот именно из-за него, потому что он ватный. Я не знаю, почему он, ребят, такой ватный. Его разбирает. Даже Монти, блин, тут сильнее, крепче, блин. Достал уже, а. Из-за него только я переигрываю, блин. Да понятно, давай еще раз. Че за бредятина, блин? Так, ты встаешь сюда. Монти, ты встанешь. Куда ты встанешь-то? Сюда, наверное. Сюда, сюда. Сюда. Смотрим. А разве так должно быть? Ну-ка, поехали. А если так? Так, 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 подожди. Ну-ка. Я боюсь, блин, теперь что короля подобьют. Ну, короля-мага. Я не пойму, что ты... Ты можешь вот это вот... А, нужно... В плане способности не работает. Чтобы актив... Что за бред? Хорошо, давай вот... Она не достает, ребят. Она ни хрена не видит. Че, придется тогда атаковать? Убьет, интересно? Повезло тебе, солнышко. Ай, повезло. Что тебя не бомбанули? Я офигею, у нее офигенный уровень. 9-й. И она ведет себя как ватник. Этот дракон, он очень сильно бьет огнем. Но по физухе, по защите. Ну это вообще, ребята, ну смех. И меня это бесит. Ай-яй-яй. Это ж как мне тут. Блин, мне надо, ребята, магов брать в оборот. Ну-ка. Вот, вот, вот.
Вжариваем. Блин, вжариваем. Он не достает. И Монти, да, не достает? И Монти не достает. Давай, родной. Да еб... Вам... Блин. Как тут, блин, переиграть? Нельзя, да? Ну и солнышко, а? Одно название, блин. Не, ребят. Я его из-за чего держу? У него магическая атака большая, понимаешь? Вот в этом плане он хорош. В остальном он меня... Вот, по защите вообще какой-то отстой полный. Он меня уже достал, вот именно... Из-за того, что приходится из-за него все делать, все переигрывать. Че ты радуешься? О, тут сундук у нас с тобой деревянный. Готов. Так, колечко, сапожки. Бабулец. Бабулец. Так, подожди, подожди, подожди. Назад. Я этот уровень пока не пройду на 3 звезды, я ничего не буду делать. Тут уже босс скоро, я должен... Как тут, интересно, сделать по-другому можно? Не знаю. Мага однозначно надо сюда выводить. Так же, как и лучника. Смотрим. То, что он в кустах стоит, ребята, это очень классно, потому что он получает повреждения на, по-моему, 50% меньше. Так. Авось. Авось, ребята, сработает. Стопарик. Так, Монти, ты туда, блин, наверх не сможешь, да? Ты куда-нибудь вообще можешь вот сюда вот? Ну? Да ладно. Серьезно, что ли? Неужели сработала моя тактика? Тактика сквозь пробы и ошибки, ребята. Вот такая вот тактика, но зато на 3 звездочки. Так, ну что, предпоследнее задание у нас здесь с тобой. Давай попробуем его пройти. 3 мага. Начать. А, я могу даже сразу влупить, да? Могу даже сделать вот так. Так, если я, например, нашего конника спрячу вот здесь, как думаешь, выживет? Посмотрим, да? Кто там, что там вытворяет, я не могу понять. Где я? Давай-ка вот так сделаем. Валим. Так, минусанем. Дракончика я нафиг убираю подальше. От греха подальше. Давай влупим так. Ну, в принципе, сулит нам здесь с тобой удачу. Все? Кто еще? А, дракон. Пускай он стоит там. Он свое дело сделал. Все, друзья мои, здесь победа. Ну что же, у нас с тобой... О, Монти получил уровень. У нас с тобой остается лишь босс. Сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Так, давай-ка Монти наденем его на урон. 138 единиц урона. Игнорирует броню. Вот это хорошо. Здесь забираем. Ага. Идеально.
Ну что, друзья, твою ж налево басера. По-моему, это какой-то лучник. Стоять! Это земли Лазурной башни. Мы пришли бросить вызов башне, сразиться с ее лучшими героями. Маги Лазурной башни слишком заняты для такой ерунды. Ну, может быть, они слишком заняты, а мне деваться некуда. Так, поехали. Поехали и начнем-ка мы, наверное, с мага. Прям вот влупим сейчас сюда. Влупил, блин. Ну, если так. Слушай, превосходно, да? А коняшек... Коняшек ты не можешь, да, ничего сделать с ними? Слишком далеко пишут. Знаешь, что мне что-то говорит? Сейчас они ушатают меня. Эть! Эть! Убили. Убили, к сожалению, ребята, они моего мага. Засранцы такие. Слишком далеко. Я не могу туда попасть, понимаешь? Он вот тут как бы... О, все, короче, с этим все ясно, ребят. Его лучше вообще не брать. И босс оказался вообще ватным. Босс оказался ватным. Блин, я не могу понять, кто там... Преградил мне путь. Это что ли? Вообще ничего сделать не могу. Прикинь. Давай так сделаем. Окей. Этот преградил путь, и я не могу ничего сделать. Вот и будем сейчас тут с ним 3 часа волтузиться, а? Ты посмотри. Просто встал и все, и меня никуда не сдвинуться, блин. Вот это вот бесит, вот эти вот маленькие перешейки, которые нельзя ничего с ними сделать. Ни пройти, ни перейти. А самое главное, что маг не может ударить по нему. Нет, надо переигрывать, ребят. Надо переигрывать, это однозначно. Так, мы получили с тобой камень призыва. Ее звать Наивис. Вот этого вот персонажа, который тут против нас начал выделываться. О-хо-хо-хо, подожди, я туда не пойду пока. Я здесь не закончил дела. Все бы ничего, но вот этот, конечно. Так. Начать. Так, подожди, нам лучше, наверное, знаешь, что делать? Нам лучше вот здесь вот спрятаться, в кустах. Ну-ка. Опять он вперед высунулся. Ну вот, ребят, опять он высунулся вперед, и опять его сейчас, короче, бомбанут. Дурочка ты этого непутевого, а? Пипец. Ну вот, все то же самое, все то же самое. Ты спросишь, почему так происходит? Потому что, ребята, он летающий, понимаешь? Он перелетает всех. Всех прилетает и бомбит своим огнем. Вот и все, вот тебе простая школа. Вот из-за этого все головы полетели. Ну а что мне тут сделать? Да ничего. Как тут можно быстренько переиграть, а? Еще раз. Что там у нас нормально? Скорость боя. Во, давай лучше быструю.
Чтобы все это быстро у нас с тобой шло. Значит так. Нет, 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 мага верните. Мы с тобой сделаем так, таким вот образом. Влупляем. Дальше, дракон плюется здесь. Так, идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. Ну, пока как бы живем. Предположим. Так, короля-то мне надо... Ой, почему я называю его королем? Кто у меня не сходил? А, ты. Так в плане-то почему... Не может ничего вызвать, ну... И ударить не может. Да блин, бесит меня. Я не могу, ребята, я не могу просто. Я Монти, короче, сейчас уберу. Получается, надо его убирать. Ну, не катит и все. Или это бесполезно, ребята. Хоть Монти, хоть Херонти, хоть кого-то тут убирай. Может быть, еще слишком рано. Лучники тут жарят, блин, не по-детски. Посмотри. Один только мой конник тут разруливает ситуацию. Да, только он один. Ну да, друзья мои. Ну что, я, наверное, думаю, что можно закругляться. Так, что у нас тут? Ох ты! Так, герой доступен. Это Золька, огненное пойло. Кузнец Золька, такая же легенда, как и ее предки. Но она все еще стремится превзойти их. Во время хода может чинить союзников. Эффективность восстановления здоровья и брони зависит от урона механика. Наносит и получает на 10% больше урона за каждый начавшийся раунд, кроме первого. Ничего себе. Как это так понимать? Забираем, конечно же, забираем свои награды. Золька. Так, а что еще? Еще задание. Погоди, не понял. Так, Золечка, давай. Во-первых, одеть тебе все надо. Сжигать нам пока нечего. Шлем. Окей. Зольку надо будет, ребят, уже проверить, что у нее тут. Если Золька не двигалась во время хода, то она размещает на выбранной клетке рядом турель-огнеплюйку. Турель мгновенно атакует случайного врага в радиусе 2 клеток и поджигает клетку под ним. Ого, огнеплюйка, а вот это что? В конце хода Золька восстанавливает союзникам рядом 15 единиц брони. Ну, это классно. Классно, ребята. Конечно бы я еще хотел сейчас поиграть бы в рейды. Кстати, что у нас там по рейдам надо глянуть. Забрать сундук. Монеты, порошок. Ого-го-го. Ну, неплохо. Так, у нас с тобой... Какого мы дракона завалили-то? Так, это у нас уже необычный, потом редкий, эпический и легендарный, да? Мы с тобой пока вот на необычном деремся. Сразиться с боссом. А тут-то что у нас такое? Что мы с тобой получили, что у нас тут... Нет, спасибо, я не хочу на него тратить книжки. Вот что-что... Нет. Конник Матео, да, он заслуживает. Вон, мы ему даже молот улучшили. Вот так вот. Теперь он крутой. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.
Удачи вам.